Какие настройки для OBS софтвара, мне кажется, лучше подходят для моего компьютера, ноутбука, у которого, ну, устаревший ноутбук, у которого маленькая память, Intel 3. Вот, и я попробовал такие настройки, и мне кажется, они самые такие лучшие. Вот. Это общие настройки, это не трогал. Это General. Стрим — это... Сейчас я записываю именно. Стрим — это как бы не влияет. Ну, стрим — это туда вводишь название Facebook или YouTube. То есть название сайта, когда стримишь. Вот output, выходные... данные, вот я использую вот эти выходные данные, simple, простые, вот это simple. Стриминг я еще не пробовал, сейчас я пробую вот именно вот это, делаю видео, это рекординг, вот она рекординг, это запись. И я, в общем, использовал, что здесь, но оно плохо видно, потому что я сейчас записываю, он в рабочем состоянии, поэтому буквы такие как бы еле видимые. И, ну, их нельзя изменить, потому что вот сейчас этот OBS работает, и во время работы нельзя их менять. Вот они специально такие еле видные буквы. Ну вот я выбрал пока что, я наугад выбрал вот это качество записи. Indistinguishable quality, large file size. Также формат записи, рекординг формат я выбрал МКВ, encoder, hardware QCV. То есть даже я не выбирал, я наугад нажал вот это выходные данные, simple, простые. И вот эти как параметры они автоматически мне подставили. Я не стал пока менять. Вот это МКВ можно сменить на MP4, но мне почему-то кажется, МКВ меньше забирает памяти компьютера, то есть более легкий такой, более легкий формат. Так, ну, аудио я тоже не менял. Видео у меня очень высокое, как сказать, ну, высокое качество. То есть это основное, то, что на экране, 1920 на 1080. И выходные данные, то есть запись идет точно такая же. Это HD, ну, высокая резолюция. Вот это фильтр я не менял. Это написано B-Cubic. Sharpened Scaling 16 Samples. И это тоже я не менял. Common FPS Value. То есть это рамки какие-то. Ну, с какой скоростью записывается видео. Делается снимки 30 снимков в секунду, что ли. Ну, я не разбираюсь, никак не вникал. Но это тоже я не менял. Это тоже я не менял. И это тоже ничего не менял. То есть тут у меня стоит при priority, ну, как в каком виде записывать нормальное. Причем это, кстати, можно менять прямо, наверное, сейчас. Вот. Это, ну, тут я вообще ничего не менял. То, что он мне предложил сразу вот этот OBS софтвар, это я ничего не менял. Ну, вот это, мне кажется, и самое лучшее. И вроде у меня... Ну, по крайней мере, вот сейчас я использую вот здесь выход. Тут два как бы... Ну, две основных вот эти в области. Это для стрима, вот эти данные, стриминг. Это для записи. То есть вот пока я испытываю запись, у меня пока неплохо записывает. Вот утайкиваем. Ну, а до этого я пробовал вот это выходные данные за место простые, продвинутые, advanced. И у меня что-то advanced у меня не пошло. В общем, вот у кого такой тоже старой модели компьютер, вот, может, мне кажется, вот это самые простые и лучшие настройки. Просто выбрать simple, и он, ну, у меня он все подставил, все вот эти параметры. Я больше ничего не делал.
То есть вот такой у меня как бы небольшой эксперимент работы с этим OBS-софтваром. Но если вам интересно мое видео, ставьте лайки. Спасибо за просмотр.